Девчонки, мальчишки, всем привет! Сегодня мы с вами будем делать рождественский такой веночек на елку. Если вам интересно это, оставайтесь со мной и будем делать вместе. Для того, чтобы сделать венок, нам необходима основа. Либо деревянная, либо пластиковая, либо из картона. Вы ее должны обмотать веревочкой, ниточкой, шерстяной ниточкой, тряпочкой. Разницы нет, чем вы обмотаете. Можете даже какой-нибудь бумагой обмотать. Это тоже будет красиво. Или лентами. После того, как вы это все обмотаете, вешалочку для того, чтобы вешать на елку. Вам понадобится также различного вида бусины, которыми вы будете украшать, и бантик. Можно бантик от чего-то оставшийся, либо самим сделать, разницы нет. Но я заметила такую вещь, что вот к этим именно ниткам почему-то клей вообще не клеит обычный. Нужен вам клеевой пистолет. Мне также потребовалось 3 колокольчика, потому что этот веночек очень красиво смотрится с колокольчиками. Вы можете сами сделать эти колокольчики, может быть, у вас остались от чего-то, но я сделала новые 3 колокольчика. У меня 2 красных вроде получилось и 1 золотой, вроде так, или наоборот. Я уже точно сейчас вам сказать не могу, но это не столь важно, не столь принципиально. Колокольчики подойдут любые, это не обязательно, чтобы они звенели, это просто для декорации. Этот веночек вы можете сделать из того, что у вас есть. Не обязательно повторять именно то, как я это делала. Включайте свой креатив, вы можете одноразовый веночек сделать еловыми веточками, например, либо обычными коричневыми веточками, либо покрасив эти веточки в белый цвет. Включайте свой креатив. Также вы можете сверху приклеить какие-то одноразовые ягодки, может быть, засохшие, может быть, еще что-то. Я не знаю, что у вас имеется. В общем, включайте свою фантазию, она вам сейчас как никогда понадобится. Не обязательно вам делать и копировать именно так, как у меня, потому что не у каждого имеются такие декоративные элементы, как у меня. Я сама делала бантик, это раз, колокольчики навешивала, и вот эти полубусины у меня были с клеем уже. Они специально с элементами клея уже продаются так. Поэтому мне не составило труда приклеить эти бусины, составило труда приклеить вот эти звездочки золотые. У меня было 2 клея ПВА и Момент, но, к сожалению, звездочки ни на тот, ни на другой не клеились, поэтому мне пришлось включить горячий клеевой пистолет. Минус этого всего получился тот, что весь венок был как будто бы в паутинках, потому что клея требовалось очень мало, а он тянулся, и в общем на руках образовывалось и на самом венке очень много такой паутины, хорошей прям паутины. Это тоже, ну, не очень удобно было, но я постаралась изнутри все это чуть-чуть отщипать и выкинуть. Также хотела попробовать новую вот эту бумагу блестящую. Она вообще ни на что не клеится. Я не пробовала уже клеевой пистолет к этому привлекать, потому что я просто отложила это в сторону. Это не тот оказался удачный вариант того, чтобы сделать что-то. Я хотела сделать из них колокольчики, но потом вспомнила, что у меня где-то лежат колокольчики маленькие или большие, я точно не могла вспомнить, какого именно размера. Нашла их, а оказалось там, что половина маленьких было, половина больших. Большие не подошли, потому что они очень крупные были. И поэтому я взяла 3 маленьких колокольчика, которые вписались очень даже ничего в этот веночек. Я их крепила сверху. Как видите, я сейчас бантики прошиваю. Бантики я делала сама. Мне понадобилась иголка-нитка и также клеевой пистолет для склеивания. Вот я, как видите, сейчас с клей-моментом пытаюсь склеить, но это очень была плохая идея. Оно просто-напросто не держалось. Вот эти маленькие колокольчики, они очень хорошо закрепились на обычной нитке для шитья.
я попробовала их вместе, я попробовала одну ниже, другую выше, и это очень красиво стало смотреться, когда они не в общей так куче висят, а что-то выше, что-то ниже, тогда они смотрятся очень даже. Вот как вам видно, у меня осталась ниточка для того, чтобы сделать вешалочку. Я ее не стала обрезать, подумала, что будет очень красиво это смотреться довольно-таки. И держать надо было в любом случае за что-то, и это очень хорошая идея была. Но, глядя на венок, я посмотрела, что недостаточно как-то праздничности, что ли. Взяла вот такую шерсть у меня с блесками. И также сделала так, как будто мишура окутывает этот веночек. Пропустила ее как мишуру сквозь весь венок. И получилось, в принципе, тоже веселее намного, чем было до этого. Также нашла бусины маленькие, но круглые, не полубусины, а круглые. Также заполнила все пространство оставшееся. Бусины, когда они белого цвета на чем-то темном, они смотрятся очень даже красиво. Вы можете взять также не обязательно белые, серые бусины, какие у вас найдутся. Ну, вот такой маленький веночек, приятненький, красивенький. Получился всего лишь из ничего фактически. Опять же, все делаем из подручных материалов. У нас это колечко валялось очень долго. Я даже не могу вспомнить, откуда оно появилось, но его хотели выкинуть. Я его уже фактически из помойки достала и сделала вот такую красоту. Я надеюсь, вам понравилось такого плана видео. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить классы, а также не забывайте про колокольчик, который расположен справа под видео. Всем хорошего наступающего Нового года, и мы обязательно еще что-нибудь сделаем с вами. Я надеюсь, до наступающего Нового года. И всем хорошего дня, всем хорошей оставшейся старого года недели. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.